Может, Кинчева посмотрим? Давай. Веретено, да? Как раз да. Веретено. Да. Как вам, кстати? Многие его как бы говорят, что, ну, знаешь, вот даже вот... Да. Лисаман, да, вот, встретился нам однажды, говорит, не то, понимаешь. А вообще Лисаман так важный говорит, по идее, понимаешь? Нет, они для меня своего... Кинчев, это как раз потому тема, то, что человек выжил до этого возраста. Я очень хочу тоже, как он выжил до этого возраста, понимаешь? То есть вы считаете, что он хорошо вот перешел и нашел свою нишу сейчас в этом возрасте? Да при чем, он нишу давно нет, уже свою нашел. Я тебя дело. Умоляю, то, я что он делал, делает сейчас он и раньше... Он выжил, я не в этом, что он делал раньше. А нет, это разные вещи. Нет, да. Ты не понимаешь. Мой любимый альбом – это «Энергия», понимаешь, да? Моложе был человек, это не важно, имеет моложе. Значение. Он остался практически таким же, каким был 8-9, мне нравится, и выжил в этом мире. Он остался безумно. Я согласна, вам Маша очень нравится этот клип. Мне нравится. Он нам всем нравится. Очень нравится. Очень достойная группа, как бы, очень достойный клип. Он ностальгический, понятное дело. Пересекается Кинчев настоящий с ним молодым, когда он был. Давайте посмотрим. Давайте. Где он?